Безжалостная жалость. Христианская притча. Увидала жалость тонущего человека, бросилась в воду, схватила его за волосы и потащила к берегу. «Что ты делаешь?» Возмутилась лицемерие. «Им уже больно». Но жалость ничего не ответила. Да не того ей было. Она доплыла до берега и оказала первую помощь едва не захлебнувшемуся человеку. «Спасибо!» – открыл глаза, прошептал он. «Ты спасла мне жизнь!» А мудрость сказала: «Все правильно! Настоящая жалость, когда это необходимо, обязана быть безжалостной!»